Всем привет! Сегодня мы едем на выставку собак, и на этой выставке будет выставляться наша собака по кличке Чаки, породы Джек Рассел Терьер. Мы надеемся, что он займет какое-то место. У него будет 15 конкурентов. 15? Да. Вот посмотрим, насколько наш Чаки Джек Рассел Терьер. Прибыв на место выставки, мы были несколько удивлены, поскольку павильон, в котором проходила сама выставка, находился в центре парка имени Пушкина, то все люди, которые приехали на эту выставку своими машинами, пытались как можно ближе подъехать к центральному входу павильона. Их совершенно не смущало то, что это пешеходная зона, что это зеленая зона. Они парковались на обочине, на зеленой зоне, создавали пробки, друг другу сигналили, была даже одна легкая авария. Вот получилось вот такой вот косяк со стороны организаторов с самим вот непродуманным местом и с парковкой, куда люди могут как бы свободно подъехать. Я понимаю, что не всем легко, у некоторых большие собаки, никто не хочет там вести собаку по этой грязи, у нас слякоть, грязь была. И потом где-то искать возможность вымыть, вычесать эту собаку. Поэтому старались подъехать как можно ближе. И вот получались вот такие вот косяки. Вот друг другу мешали, ругались. Это огромнейший минус организаторам этой выставки. Еще один из существенных косяков, это вы сейчас увидите. Прямо у входа в сам павильон стояли мобильные... Вот эти вот кофейни, как вы видите, они у нас в Киеве запрещены, несколько раз они взрывались, калечили людей, но здесь они стояли и при этом никто не обращал на них внимания. Также при таком громадном скоплении людей я не видел совершенно ни одного милиционера, их попросту там не было. Была какая-то частная охрана, ну вы знаете, как она работает. Внутри павильона все было организовано тоже не лучшим образом. Огромнейшее количество людей, поскольку вход туда был совершенно свободен, все толкались, орали, друг друга теряли, искали. И довольно-таки жарко было в павильоне за счет того, что ну прям плохая там вентиляция была. Ну и естественно запах, поскольку там одновременно находилось очень много собак. К счастью, мы приехали перед самим выступлением, поэтому нам не пришлось долго ждать и тем самым мучать собаку, потому что ну, очень много раздражающих факторов, очень много собак, все лают, очень много людей. И собака, когда долго там находится, то она устает и начинает теряться. Ну вот, пошел наш Чаки, он вторым идет. Я считаю, что собака выступала нормально. Нормально он и шел по рингу, хотя я небольшой какой-то там кинолог, да, вообще не кинолог. Единственное, что собака оплошала, это вот на вот этом вот столе. Вот первый кобель, которого зовут Алмаз, кличка Алмаз, если я не ошибаюсь, он там чудесно, ровненько стоял. Когда наш Чаки туда попал, он испугался, начал нервничать, он отпускал хвост, поджимал лапы. Ну, короче, собака испугалась, для нее был стресс это. У нас собака всего лишь второй раз на выставке, он новичок, поэтому ему это можно простить. В итоге мы заняли второе место. Еще, возможно, такой фактор, что судьи отдают больше предпочтения собакам с жесткой шерстью, чем с гладкой шерстью. Возможно, из-за этого. Поставили нам оценку очень хорошо, хотя в описании
там к этой оценке было написано, ну как бы все нормально, никаких дефектов у собаки нету. Вот поэтому я считаю, что, наверное, все-таки решающим фактором было это то, что вот собака себя вела вот плохо на вот этом вот столе, где вы видите, сейчас стоит судья. Ну, собака попросту-напросту растерялась и испугалась. Такая вот, короче, получилась выставка. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых видео.